Ну, HD качество здесь нормальное. Сойдет. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Никет Самакакайто. Сегодня мы начинаем, да и, наверное, закончим проходить дополнение под названием Duke It Out in DC к игре Duke Nukem 3D, а именно конкретно к Megaton Edition. В этой модификации, я сейчас расскажу, мы будем, наверное, спасать Белый дом от пришельцев. Сейчас я прочитаю описание, оно у меня тут сохранилось. Итак, Duke In Out in DC. Дюк берет в свои руки политику Вашингтона, дабы повернуть вспять инопланетное вторжение от Белого дома, мемориала Линкольна и даже штаб-квартира ФБР. Duke It Out in DC — это модификация, в которой предстоит побывать в округе Колумбии и спасти президента от злобных инопланетных захватчиков. Ого. Действие происходит в Белом доме и в подвале Пентагона, и даже в здании ФБР. Ничего себе. Кстати, конкретно сказать, я проходил Duke Nukem 3D Atomic Edition, отдельный 20th Anniversary Collection, но я не стал уже, честно говоря, проходить эти оригинальные версии. Ну и захотел это с дополнением начать. Также я проходил на PlayStation Land of the Warriors. Кстати, ставь лайк, если ты проходил какой-нибудь Duke Nukem на PlayStation, а тем более, если Land of the Babies, то все-таки поставь. Я расскажу вообще, как в своих впечатлениях. Мне очень нравится вот эта вот игра на PlayStation. Я также играл на PlayStation Total Meltdown, там, по-моему, 5-й эпизод есть, я тоже хочу сыграть на ПК 5-й эпизод. Я еще и Forever проходил, но Forever, не знаю, мне не очень понравился. Хочу еще, кстати, в бетку сыграть, которая доступна в сети Duke Nukem. Ну ладно, это потом. Я хочу сейчас начать с Duke It Out in DC. Итак, HD вот графика мне уже нравится, такая New Game, Piece of Cake, Let's Rock, Come Get Some, Damn It Ungood. Let's Rock, я думаю, давайте Let's Rock, наверное. Let's Rock. Heal to the Chief. Как это переводится? От... Ух ты, ёбаный. Музыка уже качает. Что? Уже? Нет! Какого хрена все началось так? Каких себе 364 я только начал? Это что, я прилетел тебе? Вау. А мы точно на вот сроки пройдем что-то, не знаю, кажется, что нет. Сохраняться пока не собираюсь, честно говоря. Блин, мне уже нравится, я давно в Duke не играл. Не-не-не-не, сейчас, не сейчас. Пока не сейчас. Кто там, блять, свинья? Вот. Да блин, 36 жизни, ты чё, охренел? Есть кто-нибудь там? Куда ты купаться пошёл? Иди сюда! Мне надо взять патроны, или не берутся. Значит, пришельцы напали, мне нужно... А можно выйти как-нибудь? Пришельцы напали на Пентагон. Вашингтон. Поэтому нам придется спасать США. Кто, если не Duke Nukem, ёпта, да? Блин, ну так это играешь официальное дополнение. Вот как это было с Думом Сиджил, я помню, играл. 5-й эпизод выпущенный, кстати, нормальный. Только маловато, правда, но все равно. Давайте сохранимся, мало ли я распиздяй просто. Так, ладно. Да, все. Нормально. Я играю вообще Duke Nukem захотел, потому что я пост ВКонтакте нашел. То, что Duke Nukem исполняется 25 лет. Я такой, а почему бы не сыграть в него? Ой, блин. Извините за мою реакцию. Ой, блин. Я просто пугаюсь. Играю на Let's Rock! Тихо.
Груви, да, нормально. Так. Так это Белый дом, да? Первая миссия, да? Отлично. Ну, уже все начинает нравиться. King, может, тут секреты какие-то есть? Или нет? А можно вновь зависеть на попробовать? Вау! А я не прогадал, действительно. Из четвертого эпизода, да? Вот эти вот штуки были, по-моему. А, ну ладно. Идиот! Вот я мразь, я не хотел женщин убивать. Все, в следующий раз не будем женщин убивать еще. Ну-ка, как это? Сейчас. Прыжок и зажать. Контрол! Нет, сейчас еще раз. Нет, еще Shift, по-моему, надо. Нет, не надо Shift. А что тут надо? Нет. Ты ё-моё, ну! Ладно, хрен с этим. Я надеюсь, это не обязательно. Тихо. Может, что-то ну, тут надо взрывать. Тут большие уровни, кстати, я не знаю. Ай, блядь! Что это за бункер? Какой там бункер? Ходим! Харе! Свинья, блин. Так. Ну, оформление мне здесь, как я уже сказал, мне нравится реально. Действительно, HD-графика, все такое, блин, приемлемо, честно, да. Мне уже нравится. Это приманивает чем-то. Пока тут одни свиньи, в принципе. И... А, нет, как раз нет. Люблю эти звуки. На тебя, зараза. А в 20-х Anniversary Collection, хотел сказать, World Tower, там, по-моему, есть миссия. Да, там есть миссия в Москве, кстати. Там русские названия магазинов. Кстати, вот, ну, здесь есть секрет какой-нибудь? Нет? И сюда я куда забрался? Подождите, где я? А, я ввысь забрался уже, да? Да. А что делать? Нету этого. Ну-ка сюда снова пройду, что ли. Ну что, кнопка какая-то есть. Не, на кнопку, по-моему, не похоже. Зато я вот что вижу. Не, не добраться мне бы. Что возвращаться назад, пожалуй. А, нет, стоп, подождите, чего? Откуда я вышел? А в смысле? Не думаю, напоминаю, честно говоря, эту музыку. Ну, разве я здесь был, я чуть не помню, как оказался? Блин, темно. Вау. Опять сохраняемся. Looks like I have the gun. Да-да-да-да-да-да-да! Ты прав. Ну и что, и куда мне? А нажать да надо, да? Нет. Я пройду фест? Прошу. А, серьезно? Я опять вернулся на то же место. Интересно. Ну, если так, то... Так мне синий ключ, где бы достать?
Где? 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 О! Ни хрена себе! А вот теперь надо действительно сохраняться. Чего? Конечно. Так. Может, здесь что-то тоже есть? Не, я вообще ничего не замечаю. А куда идти-то? А, другое дело. Я здесь не был. Знаете, когда вы находите какое-то новое место, кажется... О, сюда, точно, надо таких играх. Что, Вольфенштейн? Давай, Клинклина вышибает. Он же тем стреляет, по-моему. Красный надо ключ. Да, я здесь не был. Все, сюда надо, наверное, да? Нет? Да? Ты бля! А что делать? Куда идти? Или мне правда тогда надо было вентиляционную шахту идти? Или может здесь что-то есть? Взял. Да я чуть, пока не пойму, куда идти надо сейчас. Ладно, ладно, так уж и быть. Не, а куда пока надо идти? Чё? Куда? У меня нету красной карточки. Я понимаю, вообще не... Может, она здесь где-то? Надо было, блин, посмотреть сейчас. Угу. Рука нужна, видите, рука чья-то. А как это сделать? Может так? Нет. Нет, вообще нет. Блин, старой, да выпил нечаянно. Может здесь что-то, правда, что-то, что такое? Не нечаянно, извините. Ну там же ничего нету, по-моему, я... Я опять здесь ничего не вижу вообще. Что у меня? Оружие, что ли? Нет, а что? Я не пойму. Я ж там не был, по-моему. Точно! Или я был? И блин, я забыл. Не, по-моему, я там не был. Сейчас все будет. На основной мы зайдем, вообще, по-моему, здесь не было. Где? Не! Нельзя войти. А можно как-то стрельнуть, я не знаю. Не? Ты черт возьми. Что это такое? Ну, пойдемте во вход туда. А, я долго буду проходить эту уровень, что ли. Не знал, что такой пекло уровень уже сложно будет. Нет, по-моему, ничего. Здесь. Куда это ты заходил? По-моему. Ладно, сюда зайду. Может, наверх попробовать как-то. Нет, да, у меня дом почему-то на то сразу. Да блин! Да ё... Еще раз. А! Что это было? Я только что... Там был... Видели? Надо было стероиды выпить, сука. Как это? Да ё...
ё-моё. О! Сама раса, думаю, сюда и надо. Ну, почти, ладно. Ну, ладно, хоть 150 жизней. Может, оно того стоит, вот оно. Where is it? Да вот сюда 100% надо, вот синий отдел. Я тут не был. Что сейчас будет? Ух! Подвальчик, бункер, чё, что это такое? Ну вот уже и враги пошли. Свинокопы! Да, во, свинокопы вспомнил, как их зовут. Как в какой-то части ёбаная свинья, по-моему. Где говорил? Где в 3D, я не помню. Где-то так было. Сохраняться не буду. Где кто? С какой? Вот мрази даже отвернулся в реальности. Что происходит? Где я? В подвале, да? Ну хоть синюю карту нашел, ты, слава богу, радует. Так, а куда теперь идти? Чтоб... Ну вы, блядь, даете пришельцы. О, ночное видение. Включи. Ну сейчас оно, по-моему, бессмысленно. Так, ну теперь тогда движемся туда. Никого тут нету. Не выбежим. По-моему, все здесь ладно. Наверное, я за час ее не пройду, думаю, вообще. Потому что я не такой, как все остальные ютуберы. Я буду тупить жестко. Так, тихо! Опа, карта и секрет. Где кто? А, это вообще. Успокоимся. И что-то свинокопов боюсь больше. Все. Я хочу осмотреть вообще. Блин, заинтересовало дополнение уже. Все, нормально. Ничего тут нет? Вау, кто это? Страна, кто президент? Когда это в 2013-м, то даже... Не, по-моему, тогда Обама был. Вроде, да? А не Трамп. События-то ж не будут. Что это такое? Не знаю, что это обозначено. Честно, ладно. Пошли дальше. А... Стоп. А где это отпечаток нужен был? Во. Нельзя? Ладно. О, Exit. Как в Думе. Я не помню, чтобы Exit был написан. В этом. В Дюкнике на оригинале. Байкер, 19 минут, вот я лошара. Хьюто за Шиеса, 19, 2 минуты. За одну минуту они прошли. Они-то знают, ё-моё, все секреты, все такое. Ладно, давайте дальше. Хьюто за Шиеса мы прошли. Давай дальше. А, Memorial Service. Memorial Lincoln, да, будет? Ну почему у меня такое ощущение, как будто музыку из дома сперли? Да ладно.
хрена себе, вы что творите? Откуда акулы? Тихо всем, работают дюкники. Так, и что дальше, куда? Ладно, не спускаемся. Пока тут, по-моему, ничего не надо. Ничего не надо вообще, чисто. Идем назад. Да уйди ты нахер. И ты. Сейчас мы должны... Они все под водой? Ты что, совсем что? Ну ладно, хорошо так. Мемориал Линкольна, вот это вот что ли? Блин, а музыка забавная, кстати. Я не знаю, почему... Она, по-моему, в оригинале была. Или у меня такое ощущение, как будто в Думе она была. А, я начал с отсюда. Это все Белый дом, да? Да, мне кажется, это в оригинале было. Это не специально. Блядь! Нет! Пошел отсюда! Почему я в дерево стреляю, когда я в него стреляю? Это вообще какая-то жесть была. Странно, кто босс будет? Как-то летим тяжелее, что ли? Чего я свинокопов так боюсь, я не понимаю. А можно прыгнуть или нет? Блин, я боюсь. Чего вообще ничего не понятно? Заказа! О! Все-таки же есть проход. Hail to the king, baby. Не кинуть что-то надо? Нет. О чем далеко? Нет, лифт не работает, по-моему. А из кассы или что это? Нет, не касса, ты касса. Нет, вообще не сюда надо идти. А куда? А в ДПР, мне кажется, все написано вот на костюме свинококу. Блин, такое ощущение. Но при чем тут партия и ассоциация с Дюкнюком, не знаю. Ладно. Блин, ты что так наушник дают? Никогда не любил карты вообще. Ни в Думе, ни в Дюкнюке. Они все говно. Мне вообще не помогло. Опять где-то хрюкают. Сколько тут уровней странно. Вот, допустим, здесь там был проход, а здесь... Таукс. А вот. Интересно. Почему календарь с женщинами? Октябрь 2007-го? С чем это связано? Там, по-моему, так и было. Так куда идти? Сейчас буду тупить. Не, блин, чего я с тобой не могу. Взорвать, по-моему, здесь ничего не надо, я не думаю. Блин. Так, куда выйти? Попробую обойти, может, что-то будет. Да должно что-то быть, куда идти? Так. Нет.
попробую тогда в другую сторону. Хотя нету другой стороны. Там стенка, ну да. Может здесь что-то надо сделать? А что именно? Может тут переключатель какой-то есть, я не знаю. Хули, дюкники. Или здесь? Подождите, а я сюда не заходил. Сука! Блин. Может, я слепой, здесь есть карта. Вдалеке там, к примеру. Вообще нету. Блин, ну как так? Не, нету вообще никакой. Что мне двигаться сюда? Ну вопрос зачем, если... Я никак не смогу. Может отключить как-то надо? А! Блять! Сука, со стероидами давай! Или не выйдет. Бля! Пошли вы в жопу, я не знаю, что делать. Честно. Да ё-мё. Вот уже второй уровень я запорол всё. Да ё-мё. Куда идти? Кай! Не! Ну я ж... Я ж нажимал, по идее. Какой закон физики здесь надо применить? О! Не, я не знаю. Вряд ли что-то тут выйдет. Это надо искать. Это мне придется искать... Блин, сейчас. Это надо придется мне искать красноту. Стоп! А ты откуда? Тебя здесь не было. Куда идти? Может здесь переключатель есть? Да ни хрена. Нет. А, стоп. А, это что за хуйня? Нет. Архитектора, блин, уровня. А в чем прикол? Блять, что я сделал? Где я, блять, был? Что произошло вообще? Come get some. Сука! И дорасы, блять. Ну все, кабздец, и пизда. Ай. А что я сделал? Вообще. Так хватит летать на себя. Ну тогда как ум, наверное, хрен бы. Сейчас. Опа. Сама вас. Мы туда прорвемся. Как
как бы... С помощью стероидов, что ли, попробуют? Ну, я не знаю. Ну, я ж пробовал, ничего не выходит. Сейчас попробую опять свиней этих убить. А вот это я возьму. Зараза! Хотя я не... Ладно, сохранюсь. Я вообще не знаю, что еще делать. Может, стероид реально взять? Через воду идти вообще? Может, здесь что-то подключить надо? Кто ты? Кто это вообще на такое? Куда я упал так, что меня же размазало? Боюсь даже... Блин, думал, красный ключ. Ай. Что со мной произошло? Меня раздавило? Сплющило это? Не, ну правда. Что делать? Yeah, ничего не вышло. Where is it? Блин, эпилепсиком так можно стать. Вообще без понятия подойти. Не-не-не, это что-то не то. Так куда бы идти? Нет, брат, а что делать? Куда? Может, здесь что-то есть открыть? Нет, я не... Я что-то вообще не понимаю. Тут нет даже никакого переключателя. А куда идти реально, чё? Уже второй уровень, он для меня сложный. Может, вообще за карту выйти? Кто? Блин, я думал, какой-то выход такой.
Тут нет ничего другого, по сути. Ну куда идти? Сейчас найдутся такой-то, попробую. Так где их тогда взял? Блин, не любят такие моменты уже сразу на уровне. Особенно в дополнение, кстати. А, там с такой-то, по-моему. А чё он такой чёрный? Вау. Ничего тут нет. Нет, вообще. Что, где-то профукал? А можно назвать эти звуки? Так что мне делать? Где мне находить этот старой ключ? Стоп! Ребята! Это что такое? Сохраняемся! Это сенсация! Наконец-то! Твою мать! Ах! Это зеркало! О, хватит срать, выходи на бой. Я помню, в Фаравере калом можно кидать. Ты чё происходит? Где? Где свиньи? Где они? Это зеркало или что? Блин, я боюсь. Нет, не зеркало. Не зеркало! О! А это что такое? Baby Cheating Station. Вау. Здесь будет срать кто-то, ну да. Очевидно же. Да, еще второй будет. Оу. Чего вы срете, блять, около Белого дома, ё-моё. Вау. А вот это я тоже сохраню. Мне музыка нравится. Да, сука, я тоже ненавижу крысы сраные. Вообще. Все под контролем. Мне просто надо это. Who wants some? Бесите, мрази! Бесите! Вот. Нормально. Что за схемка такая? Да, еще желтый найти надо, спасибо. Где вы мне красный найти? Блин, дыра это в стене, я еле увидел. Я уже боюсь проходить дальше, что там дальше будет. А, здесь мы были, то есть. А мне-то что делать, чё? Куда идти?
Не, серьезно. Серьезно, что, что делать там дальше? Не. Да реально не нахожу куда идти. Я ж не могу назад вернуться, верно? Я куда-то не туда меня завернул опять. Сейчас. Откуда я вышел? Где ты, зеркало? Я запутался. По-моему, не здесь оно вообще. Блин. Сейчас. А где? А, все, подождите, вот. Ну, очевидно, я не взлечу никак. То есть, что делать? Тоже мне, блин, дали испытания. Poison. Лучше, что ли, как-то работником только. Что ли такое? Что такое? Слышали? Опять ничего, да что это такое? А кое что делать? Не люблю игры, где нужно думать. Ну, в принципе. Так куда идти? Where is it? Да, действительно, что это? Where is it? Может, в картинках этих сраных есть что-то? Вообще ничего в голову не приходит, что делать. Ах ты ж сука! Hail to the king, baby. Ну и что я для чего это? Да, ого, наконец-то. Надо просто внимательно здесь быть чуть-чуть. Тогда у нас все получится сейчас. Смотрите. Сохранюсь только опять, а то меня убьют, а потом я такой... Опять все с этого, сука. Личинки такие. Сразу ненавижу. Так, и мне придется. Что мне надо делать? Ладно, будем. Я боюсь, это не надо. Воспользуемся пистолетом. Чего? Смотрите, куда я целюсь, когда он стреляет. Что за хрень?
Ах, вы суки, я понял. Почему, что? А, понял, в чем смысл сейчас. А чё? Надо быстро все делать, я знаю. Вот. Да почему я ж нажал? Что за хрень? За что? Что там надо? А у меня нету этого. Что делать? У меня нет синего ключа. Вниз! Вот бы сейчас бы пошел без синего ключа. Ё-моё. Сейчас все будет. Дай! Сука! Сохраняюсь. Мудак! Мне ведь придется, да ё-моё. Давай! Стенка сраная! Все сраное. Почему? Давай, ты... Да блин, доселись, вот, смотрите, о! Опасно? Где вообще нахожусь, что это такое? У меня нет красного ключа, если сливать меня будет. Уже тут инкубацию делаете, хотя никто инкубацию не сделает! Так ебись ты! Приспичивал ко мне идти. Надо прям туда заглянуть. Девок не трогать, я сказал. Ну, ко мне идет. Охренели. Вот, сейчас заглянем. А в смысле, чё, что? Ну ладно. Да... Блять, серьезно? Иди в жопу, не хочу. Тоже мне, блин, memorial service. А то гляньте-ка. Не, я туда не пойду, знаете ли. Возьму уже атомик, как это, здоровье. И все. Нет. А, это и сюда вообще не надо? А нахуй я шел? Я какой? Может мне ее убить надо?
Но не против, все убью. Я вообще не понимаю, что делать. Вообще нет, ну извините, но я думал, что-то произойдет. Вы прикалываетесь? А что надо было сделать? Взорвать что-то? Секретная комната. Трубы взорвать. Но придется заново все делать. Давайте попробуем. Понятно. Я просто не понимаю, что делать. Да какой стати вообще туда шел? Что-то надо так сделать сейчас. Да ё-моё! Ну чё, давай заново. Чё? Тихо. Идём. Идём. Шо. А! Я лох, что ли? Чё, что в смысле? Я этого не вижу. Нельзя. Денджер опасный. Если я сюда сольюсь. Ну как? Ну я бы нажал на рычаг, но не нажимается. А что? Серьезно? Блин. Вот она, ссылка, да. Я так и знал, что не строить не нужно. На самом деле, я думал, нужно. Я шучу. Не люблю, он столько жизни поднимает, он пульнет, он будет саран. Бог. О! Да! За это магнолад. Господи, ну... 59 секунд! Серьезно? Капец, ребята, вот это получится вообще. За 53 секунды, за 59 секунд пройти этот уровень. Не знаю, как так нужно играть вообще. Это тестеры, что ли, играли, или кто вообще? Капец, блин. И честно, я в шоке. Видите, все, сколько я прошел, блин. Вот сюда один. Я того, ладно. Да, блядь, открывайся. Ладно. Играем дальше, сейчас. Nuked Files. Файлы дюка. Ну, Кирилл, это предупредить меня нельзя было. Dangerous бы написали бы. Музыка прикольная. Тут опять. Гляньте. А ведь же ночь была. Ладно. А теперь мы уходим на улицу Вашингтона. Давайте.
Люблю в толпе, блядь, всех убивать, вообще обожаю. Давай! Где-то кто-то здесь летает, я увидел. Нет? Нет, тут где-то кое-кое. Да ладно, эти 42 жизни. Блин, 42. Ага. Это много. Точнее, мало. Как это он сказал? Блин, вообще идеально. Сент-Джонас озвучил? Или ты как Сент-Джонас? Я не помню, как его зовут. Я недавно видео на Ютубе смотрел, как он озвучил Дюка. Ну, голос такой. Ну, человек не подходит. По внешности по Дюку, конечно, но все равно. Федеральный Бюро Инвестигейшн. Федеральное агентство ФБР, да? Ой, тихо. Нет! Иди нахуй! Come get some. Ребята, а чё вы не сдохли? Зашибись вообще, чё? Что произошло вообще? Блять, уберите этого мудака! Я его боюсь, реально. Уберите, скажу! Бежим отсюда вообще. Тохлая свинья. Вот падла, я ненавижу. Сейчас все будет по-другому. Не пошли вы нахер, что я там буду делать? Вперед пойдем. Быстро ходит по вентиляционной шахте, я заметил. Алиби! Вот и все. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех. А свинья это сдохнет, блядь, это ебало. Но... Не, серьезно. Они отнимают очень много, мне кажется. Такое мое метро. Вау, метро будет еще. Сколько тут уже? Сука! Гори в этом. Рай, блять, ебаный. Свиней. Это Америка, детка, да? Захотелось так сказать. Кола, я не замечал кола. Факавери можно, по-моему, да, монету засунуть и попить или кинуть, там не помню. Я уже давно играл, если честно. Кто это там на фотографии? Я думал, Путин! Ё-моё. Я такой смотрю, думаю, блин, а кто это? Я не знаю, может, Кеннеди. Президент. Как его звали? Джон Кеннеди, по-моему. Это хрипло, кто-то есть. Блядь, опять это... Слушай, пошёл в жопу! Он закребал. Лифт рабочий, надеюсь. Ха-ха! Я понял пасхалку.
это пока видите, все на шарты. Ну да, по-моему, да. Здесь вообще даже не красный, ничего нет как-то. Тихо. А, я сюда не заходил, как-то? Вау. А, вот. Оу-е. Ага, вот и все. Берем это и валим отсюда. Берем и валим, сказал. Где-то я желтый видел, где-то. Где-то было это. Че он здесь стоял? Типа меня ждал. А тут ничего нету? Что пройти куда-то там или нет? Nuket Files. При чем тут файлы? Нет, тут ничего нет. Что-то есть! Пи-бум! Ладно, идем сюда. Кто? Секретная вена? Да вот. А как это? Это ФБР, по-моему, стоит. Эх, ты засранец, вижу тебя сейчас. Там, по-моему, красный нужен, да-да-да. А где мне взять желтую дверь? Это надо поглядеть-то. Да ёптыть. Мне же желтый. Да мне желтый такой примените. Че это не буду с ним делать? А, во! Спасибо. Блять, опасно, на подготовке. Это обязательно было стрелять. А, ну окей, я понял. Я боюсь здесь. О, опять эта мразь, которую ненавижу. Все. Сейчас я ему попробую. Не, не иди. А, это изучали после 3D, мне кажется, да? Типа как в Atomic Edition. В лаборатории тоже было. ФБР. Да ты иди. Ой, блин, даете. Ух, не зашел на себя. На секретную арену мне можно идти, серьезно? Одену и сейчас вот. Ведь это видео, она где-то. По-моему, здесь что-то. Нет. Блядь, где-то я ее видел. Буквально здесь где-то. А вот.
бесите, блядь. Вот эти вот крысы бесят, честно. Время пострелять между нами. Борьба, иди кто. Должен умереть. Не, здесь вообще как-то... Что-то не то уже пошло. Где оружие? Твою мать. О, взлетел и убил вообще идеально. Так куда я в секретную арену попал? Чё, куда? Что? Что опять не так? Что делать? Э! Секрет, а пентагонов? Не пентагонов, а как? Меня вообще не точно. А мне-то что делать? Это типа секрет? А, сейчас. Все, я понял, у меня же есть спидхак, типа это. Блять, зараза. Вау. Да я недавно ж говорил, только технику поставь. И чё? Спасибо. Здание ФБР технику должен убереть. Вы чё, охуели? Нет! Синяя, по-моему. А теперь да, надо идти, я знаю куда. Блин, если не ошибаюсь, ладно, сейчас. Чё с памятью у меня на уровне? Сейчас. Не-не-не-не-не. Синий, вот где-то вот он был. А, во, вот здесь, да. Вот это, да, вот он. Вау! На кого они все похожи? На крысей каких-то, мне кажется. Federal Bureau of Investigation. О, блядь, тут... Знаете, что делаем? Вот так вот. И уходим! О, вообще, я впервые такое сделал. Вообще идеально. О, блядь. Да, блядь! Нет. Ах, что это такой стрелять такой? Стрелять же мог. Это все. Паузу еще как-то заказывает. Ты заморозит, сука. Сейчас, сейчас, сейчас. Блин, я боюсь, у меня 34 жизни. У меня нет красного вообще. А нахуй я делаю? Не знаю, сколько тут было, не блин, если честно. По-моему, тут 8. А я только на 3. Yeah, boy.
Давай. Блядь! Вот про них я уже давно знаю. Fuck you! Пошёл ты нахуй! Не, ладно, заново. Где-то долго заключается, мне кажется. Fuck! Мы уровень прошли, считайте. Прекрасная карточка. Я только что видел, она здесь была. Ладно, пошли. Я надеюсь, я реально взял красную карточку. Должен же взять, да? Да иди вон! Ну, вру я доказал. А, да, я взял всё-таки, да. Да-да-да. Да, всё! Мармеладку подберём и едим. После каждого пройденного уровня я буду мармеладку брать. Да как они за одну минуту запрошу вообще? Что это так происходит? Вообще. Ну все, кобздал. Переходим к следующему этапу. Rocket. Правильно, Rocket, давайте. Smith Stonation Terror. Чего? Я приседаю, что учу. Who wants some? Да, у меня метро. Я слышал, кстати, то, что говорят про ядерную войну. Я читал новости. Эй, Гарди Пункин тут как самоличный метро. Вспоминаю игру пацана Дмитрия Глуховского. Welcome to the Smithsonian. Hail to the king, baby. Да блять, чё за бред, чё лагать-то? Чё произошло? Where is it? Куда бы идти? Ну опять, чё нового? Что случилось? Тебе врыло прям стрельнуло, твой внизу. И что тут? Опять толчок. Любит же толчки разработчики. Ну я так и ожидал, в принципе. Что он будет срать? Терроризм метро, и там типа миссия называется. Да, логать что-то стоит чуть-чуть.
Что произошло тут вообще? Что-то тоже, кстати. Блять! Да что ты лагаешь, чё она? Блять, 25 жизней, сука, заебись. А вот себя сохранить пошло все в жопу. Да, я такой. Я смертный. И какая тварь не убьет Дюк Нюкема. Блять. Где это сохранение? Подлагивает. Нет, это не... Бдительным нужно быть бдительным. Давай еще. Тихо. Тихо. Ты ж, блять! А он один, кстати. Да з... Где вообще нахуй? Мне что-то неудобно вообще бабочить мышку. Бывает такое? Сохранить все кончено. С 5 жизнями сохраняться. Я люблю на самом деле вообще. А, сейчас пойдет жара, трудности и все такое. В подвале ФСБ быть вообще? ФБР, точнее, ФСБ. I needed that. Блять! Ненавижу. А что делать? В океанарии мы какие-то. В парке. Чего вообще? От Белого дома иду до подвала. ФСБ, что ли? ФБР опять. Ладно. Пытаемся найти. Пах какой-то. Да это, наверное, пах какой-то. Вот это модель, по-моему. Нет, модель какая-то такая. Знаете, выделяющаяся. Ой. А как так? В смысле? Это баг такой? Я чуть не понял. Как это вообще? Блять, ну и попал же! Зараза. Вообще зашибись. Come get some. Ай, сюда же. Yeah.
вот сохранился. В каком-то парке мы, я что-то не помню, да, по-моему. Да-да-да-да. Так смотрит на меня. Что это сейчас было? Хорошо, что Дюк Нюк не можно приближаться. По телефону можно поговорить? Нет. Это сломано. Что-то Resident Evil вспомнил, там есть момент с Resident Evil. Закати попут, они бесят, они всегда как-то попадают. Так раздражите меня такие. Ancient Worlds. Ну-ка. Пасхалка на дом бы хотел бы, чтобы было. Да, это пахнет. Вау. Отсылка на какую-то игру. На. Тут видно. Опять ты. Фух. Опять не то, что. Прыгни. Еще что тут есть? Опять мне назад заскочиться, ладно. Тихо. Ну хоть я знаю, какие места уже надо. Сука, ты заебал. Думаете, я вы? Нет. Да, ясно, я не вы. Действительно, не сохранялся после того момента. Что такое вообще? А если пойти сюда, что будет? А-а-а, не люблю под воду погружаться вообще. Не знаю, как у вас, но вообще это... Не-не-не. Опять он! Опять попал, да? Видите, что бы я не делал? Е-бой. Да блин! Осознавать то, что я ничего еще не взял. Рядом, по-моему, противники. Не, мне кажется. Не, по-моему, показалось, просто показалось. Пошли на ракету. И ты! Иди!
плохо вышел, ладно. Согласен, глупо. Все. О, а я здесь не был. Где меня увидели? Я не видел. Нихуя себе там. Толпа фанатов. Сука. И что он там сказал? Это манекен будет переживать. И переживайте это манекен. Ап. 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 Да, сейчас пойду. Надо просто сейчас сохраниться, а то я боюсь умру. Давайте попробуем. Да, вот так вот. Я этих не убил, серьезно? Какого черта? А это что прыгает? Секунду 17 секунд. Сука! Все испоганил вообще. Ай. Куда идти, что делать вообще? Матери, гадай и думай. Что я сказал вообще, гадай и думай. А я здесь был? Ладно, это понятно, что сюда надо идти. Мне бы вообще желтый ключ сначала найти. Это серьезно, сам отсылка, что ли? Да. Сложный уровень опять. Я знаю, где синий достать, но, блин, а как желтый достать? Сначала желтый, по идее, достается. Это написано. Moments in space. Человечество и люди в космосе. А, я здесь не был, точнее, чуть-чуть. Что тут надо делать? Come get some. Херня. А если... Не-не-не, подождите. Так куда идти-то? Начались уровни. Что, потом только будет? А я здесь не был, по-моему. Или был? Ты блядь, сохраняй. Ненавижу его. Просто ненавижу крысу. Срано. Все. Ну что тут нажимать? Можно
нужно как чтобы это тут... Нет. Нельзя. Давай, хоть бы что-нибудь было, пожалуйста. Моя. Тю, я! Не попадает блинчика. Чего? Это что было? Потом... Из этих мудаков короче, ладно. Вот так вот. Да ладно, я не могу. А чё? А, ну нормально. Мне уже нравится, хоть желтый ключ нашли. Ну все, тебе осталось только найти желтую. Есть дыры. В галерее Дюк Нюкера было бы лучше. Да, по-моему, уже есть. Подождите. Фаровик, да? Блин, тебе надо сохраниться и думать, где бы эта желтая дверь. Ведь это я ее видел, она, по-моему, там была. Да, по-моему, это здесь. Нет, кажется. Нет, нет, не здесь точно. Вообще не здесь. Уходим. Блин, как что здесь? Я не помню, блин. Я забегался. Нет. На первом этаже, по-моему, должно быть. Вот как-то. Ну как ты это хуй? Ты как-то вообще не понимаю, как выйти. А! Здесь я не был, по-моему. Даже два? Три тысячи. О! Отлично. Там сыр какой из толчка. Come get some. Oh yeah. Get some. Попить воды. Так, Смит, Соня, Террор, так, как вот это? Нет. Так, куда дальше идти? Куда-то надо, куда-то надо, куда-то точно надо. Блин. Ну ё-моё. Где-то тут была желтая дверь. Желтая дверь, где она, где она, где она тут, блин? Да ё-моё! Где она, серьёзно? А вот это я не брал. А, подождите, вот! Сейчас! Где-то здесь она, желтая дверь есть! Сейчас, 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 сейчас... Бля, чё за хрень? Да где она? А, вот, всё. Нашёл. Так вот все, все нормально, так. А теперь. Океан какой-то здесь. А можно. А, нет, все, понятно. Поле защитное. Кобздец вообще. 8 патронов. Ты че такой уровень? Долгий, ё-моё. Ну ладно. Приемлемо. В принципе... Пизду все. Всё норм.
Зашибись, нет и патронов. Вообще найс. Все нормально, все. Еще бы патронов бы и жить бы. Было бы идеально. Что? Что вы предлагаете делать? Что сейчас будет? Под воду нырять? Да как так? Куда? Нет. А что делать? Нет, вот это как нельзя сюда? Блин! Куда идти-то? Ай, мне сейчас паника начнёт. Мне прыгать в воду, наверное, надо 100%. Да? А я не могу. Куда идти? Куда бы реально идти? Они меня не укусят за текстуру. Не, куда серьезно идти? Давайте вниз. Не знаю, что будет меняться. А вот тут я не был. Сохраняемся. Не заперли. Заперли. А чё, что? Чё за хуйня? Чё делать дальше? А. Испытатели хреновы. А куда идти? Так, нет, я здесь был, даже мог выследить, по-моему. Да, оставляю.
Да ёба, я здесь был! Или нет? Сука, нет, я здесь не был. Нет, я не понял, что я не тут, блядь. Да где? Останови. Нечаянно нажал. Типа перезарядка как Call of Duty. То ли я был здесь, то ли я не был. Я здесь не был. Здесь я точно не был. Вот, значит, сюда. Найти я найду здесь. Переключайте эту сраную. Вы его видите вообще? Я нет, честно. Бля, это где он? Да у него нету, где он? Но здесь я был, а здесь я тоже был. Здесь как бы не надо ничего делать. Ну и куда вопрос идти? По-моему, туда надо идти. Вот сюда, да, именно сюда. Ах ты сука! Да ладно. Ой, блин, я угораю. Ну твой приколист, разработчики, серьезно. Смотрите, опять вы. Точнее он. А, блин, не все еще. Блять. Сейчас не буду тратить это патроны. Ну вот так сделаем. Уже сдох! Не, у меня сдох. Ты задрал, сука. Сделаем таким образом. Откуда? Блин,
Вот это идти надо. О, слава богу, блин. Что-то мне этот уровень не нравится, на самом деле. Да вы прикалываетесь, надо нажать, значит. Где-то там рядом все будет сейчас. Да. Синяя дверь. Вот синюю дверь бы вспомнить. Блин, сейчас будем блуждать по этой двери. Я не помню, по-моему. Блин, где-то она есть. Здесь где-то. Ошибаться. Разбывало такое, что вы блуждаете здесь много часов. Так вот, я ничего не вырезать не буду. То же самое у меня. Блин, выйти. А-а-а! Всё, нашёл. Оу-е. Я здесь в облегчении, чуваки. Причин, как будто... Не выглядели сейчас мои глаза, это вообще что было? Неожиданно все так. Попал. О, да. Сдохни! Я ненавижу этих хуйцов. Честно. А! Кто тут еще есть? Я устал уже. В одной части все сделать это видео. Там кризис. Hail to the king, baby.
Можно что взять? Как-то. Come get some. Ура! Последняя карточка. Дети, блядь. Я думал на побед. О! Как раз! Найс! Блюдь! Выйти! Сука! Я застрял. По-моему, что происходит? Я между туалетов прыгаю! Блядь! Что такое? Что сейчас? Так, осталось найти как раз. Блин, я не помню, надо запоминать это еще раз. И все. И все будет найс. Я теперь беспокоен, то что не могу найти. Титана я вниз спускаюсь. Но я на не на низу явно. Блин, на низу. Блин, я не помню. Здесь шататься будем в поисках красной двери. Зашибись. Попробуем с самого начала. Мне так шпарит то, что самое начало. Да нет! В самом начале она не будет вообще. Никиацу, что ты делаешь? Начало вообще никак не связано. Сейчас. Сейчас буду находить. Здесь где-то. Но это не рядом. Блин, где я ее видел-то? Попробую наверх. Может, на третьем этаже. А, вспомнил. Все, сейчас. Где синяя дверь была? Все, вспомнил. А куда идти? Вы помните, куда идти? Я нет. Не, кажись, нет, не сюда. Не. Капец. Да блять! Нет. Я тебя не помню. Нет, это не здесь. Где-то должно быть. Это где ящики были сейчас? Может, это правда где-то здесь? Да, где-то здесь, сейчас. Мое предчувствие говорит, что где-то здесь это все. Да, я ж сказал. Все. О, замечательно. Оу, я наконец-то это сделал. Смит Сочентера. Ладно, дорогие друзья, встретимся в следующей серии. Я уже устал играть. Всем пока. Скоро Дюк вернется.